Государство поддержит предпринимателей. Так сказали в Акимате. Накануне прошло первое заседание городского координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию, на котором стало известно, что в настоящее время проводится работа по реализации задач, поставленных президентом страны. Подробнее у Мирамгуль Салкимбаевой. В состав координационного совета, который был создан по поручению акима области Абильгазы Кусаинова, вошли депутаты городского маслихата, представители региональных институтов развития предпринимательства. Главной задачей заседания являлась подготовка рекомендаций и предложений по поддержке предпринимательства и ФИИР. Как ранее было сказано, в настоящее время проводится работа по реализации задач, поставленных главой государства. Реализуются 24 проекта, на которые из городского бюджета было выделено 97 миллиардов тенге. А президент ассоциации предпринимателей в свою очередь ознакомил с тем, какие работы ведутся ими на сегодняшний день. Мы не просили денег, мы не просили, даже дорогу сам заплачу, там не так много сделать, там может быть 500 тысяч тенге, дать и все. Есть такие деньги. А единственное, что просили электроэнергию, ну электроэнергию, конечно, хотелось бы. По программе «Дорожная карта бизнеса 2020» по Октябрьскому району запланировано строительство 8 дорог, по Казбекбийскому району – 5 автодорог. В ходе координационного совета аким города Караганды Мирам Смагулов дал ряд поручений по развитию тех предприятий, которые открыты при поддержке государства. Значит, по каждому проекту данные предложения заместители мы закрепили. По каждому проекту будете нести ответственность. Будьте вот эти предприятия по запуску, по выходу на проектную мощность. Надо будет помогать им раскручиваться по фирме Мирей. Но столько бюджетных учреждений, которые пользуются этой продукцией. Их надо привлекать. Представители городского акимата намерены проводить такие встречи два раза в месяц. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.